опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Генрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Ну, с чем пришел? А ты играешь в гвинт? Играю. И больше выигрываю. Ха. Если... Тогда... Ну, ты выиграл. Я свое слово держу. Бери карту. Велени достойных противников не найдешь. Разве что лодочный мастер в руднике. А, ну и старый ясновидец. Он сейчас живет к востоку отсюда. В этой, у мельницы. А, и еще один есть паренек. Мозгов у него, как у старой овцы, но играет он хорошо.
Я даже не знаю, готов ли ты с ним сейчас сыграть. Я б стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Thank you.
Идите вы все к черту! Кажись, у меня чесотка. А у тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Выпускай урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Да? Сука, он там сейчас уже сидит. Здорово его прихватил. Пора бы шкуру спустить. У тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Ведьмак страшил. Я у себя в носу кое-что поинтереснее добыл. Thank you.
Приехали в деревню за данью, а этот тесто трахал. И кровавый барон хер чего ему сделал. Дубины с коросовой. За какие грехи наказали меня боги такой компании? Ты что? Зачем ты все рубишь? Может, на эту чудищу делаем охотиться? Новую модель. Из двух частей. Что ты опять придумала? Увидишь. Я сделаю свободные соединения на заклепку. И части смогут свободно двигаться. Ты охренел? Если чесноку во все дырки, никакой мор не приблизится. Так откуда его взять, чеснок-то? Что за тьма? Вижу тьму! А? Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Будь здоров.
Хочешь посмотреть? Как? Будь здоров. Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать. Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да. Тогда да. Но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары.
Бывай. Чем могу помочь? Странный у тебя говор. Ты со Скеллиги? Сарт Скеллига, но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечему меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Что у тебя есть на продажу? Бывай. Эй, мужики, может на эту чудищу поохотиться? На щербатую кузнецову дочку, что ли? В общем-то, можно. Птички у нее справные. Я про кликотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герой выискался. Народа спаситель. Хочешь посмотреть наш маленький? Я бы не отказался от партии в гвинт.
А то ж стемнеет. Чем могу служить? Как насчет партии в Гвинт? Чем могу помочь? Не желаешь сыграть в Гвинт?